Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Strike Force Kitty или Котики вперед. Ну что ж, мы с вами продолжаем, спасибо вам за подсказки. Я теперь понял, чтобы нам пройти полностью определенный эпизод, нам нужны не только все сундуки, а нам нужны еще и все шмотки, что довольно сложно. Ладно, давайте попробуем здесь с вами поиграть. Так, нужны навыки, мне не хватает вот этого навыка, поэтому сейчас мы его с вами быстренько приобретем. Так, там нужна лапка, да? И, кстати, да, мне сказали, что я здесь немножко неправильно делаю. Так, давай-ка посмотрим, что же у меня здесь неправильного. Зачем ему говорят оружие, да, если у него, типа, нормально так здоровится? А что я могу, друзья мои, поставить? Согласитесь, ну, костюмчик-то имбовый. Ну что тут, ну я не вижу какого-то лучшего костюма вот для, в данный момент для моего танка. Просто его нету, вот и все. Давай глянем здесь. Ну ничего такого хорошего я не вижу. Костюм Робин Гуда, да зачем? Кстати, вот можно вот этим поставить как раз костюмчики для дальнего боя. Так, а этот у нас ближник, зачем ему... Так, секунду, а если мы поменяем, тут костюм будет лучше или нет? Как вы думаете? Вот костюм ниндзи. Костюм ниндзи, давай вот сюда, наверное, поставим, да? Слушай, ну сразу же здоровье у нас падает. Сразу же. Так дело не пойдет. Слушай, а вот здесь вот наоборот посильнее будет. Но он без пушки. То есть просто в рукопашечку будет драться. Тоже меня это не устраивает, давай. Ватный, да, ведь будет? Так, костюм Наруто. Костюм Наруто что нам дает? Дает неплохую прибавочку, кстати. Так, тут новинка. Тут новинка. Кстати, давай вот так вот, наверное, сделаем. Вот, пускай он будет с пушкой, фиг с ним. Хотя он должен быть атакером, но он будет издалека бомбить, короче. Вот эта вот смерть меня немножко тут смущает. Что-то она как-то тут притулилась ни туда, ни сюда. Во! Вот, идеально. Так, ну что же, теперь мы должны установить скилл. Лапку, да, нам нужно поставить. Там у нас ящики все открыты, поэтому я думаю, вот этот скилл здесь как раз будет хорошо. В общем, давайте, друзья мои, наверное, смотреть, как у нас сейчас пройдет эта эпопея. В общем, нам нужно побить всех врагов и, соответственно, забрать все костюмы. То есть, как мы будем с вами определять, сколько нам еще осталось до костюма? Так, здесь полностью сет собран, да? Так, здесь у нас лисички, сестрички с рогаткой. Воу, мы просто дальними атаками всех их бомбим. Это, так, тихо, подпрыгиваем. Слушай, ну я думаю, что действительно, наверное, первым должен у нас быть танк. Сзади уже должны быть стрелки. Так, вот здесь я не помню, у нас, по-моему, костюм ниндзя полностью, да, есть. И также костюм Робин Гуда тоже полностью у нас собрат. Так, секунду, что-то я не то, наверное, делаю. Да нет, все то, все хорошо. Сейчас мы с вами пойдем наверх. Вот таким вот образом. И нам нужно вот эти вот два, три даже, три костюма. Так, используем скиллы. Вот таким вот образом. Так, неплохо. Давай, давай. Главное, чтобы мои персонажи все выжили здесь. Отлично. Запрыгиваем с вами наверх и убиваем вот этих вот паршивцев. Но, по-моему, костюмчик все-таки мы с вами здесь не собрали, который я хотел, да? Так, мы с вами здесь вообще сможем победить? У меня один ниндзя остался, господи, ниндзя! Они тебя сейчас разбомбят. Ну, конечно, он один здесь не справится. Все-таки действительно нужно нам ставить очень сильного, мощного танка. Лол, понятное дело, лол. Главное, что не лох, ё-моё. Да, жду хороших новостей. Ты жди, жди хороших новостей. Я тоже их очень сильно жду, но как, никак не могу дождаться. Так, ну что, давай прокачиваться, родной мой. Кто у нас самый сильный по ХП? Естественно, самый первый. Самый первый, рыбок у нас нету. Здесь, ну, давай здоровье усилим. Так, тебе скорость. Тебе ничего. Короче, у нас очень мало рыбок. Это плохо. Так, как бы нам сделать тебя танком? Вау, костюм полностью. Вот здесь вот нам не хватает чего? Нам не хватает рубашки с вами, да?
Угу. Вот, кстати, вот, наверное, будет хороший танк у нас. First Mate. У Фредди, как мы тоже видим, не хватает чего? Оружие, перчатки. Здесь не хватает майки. И здесь не хватает шляпы. То есть нам нужно будет еще одну заходочку сделать, да? Ладно. Этот у нас ближник. Кстати, вот этого тоже Лару, наверное, можно, мне кажется, тоже сделать танком. Или же нет, пускай вот так вот. Вот, с рогаткой она будет даже посильнее. Ну что, друзья, давайте, наверное, сходим на босса. Я думаю, что вы будете не против. У него увеличивается количество жизней, как мне подсказали вы, да, и нужно его убивать несколько раз. Сейчас мы это будем проверять. Отважная семейка котиков отправилась на легендарного механического кота, которого звать Фокзер. Я надеюсь, мы его сможем победить. Так, используем, естественно, все наши навыки. Используем. Так, друзья, пока вроде бы не... Ой-о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 й
Не хватит у нас. Да, мы его подбить не сможем. Здесь мы пока еще слабоваты, вы видите, да? Но буквально половину здоровья я все-таки у него отнял. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. Мы с вами пойдем за следующими костюмами. Нам нужно с вами все-таки дозаполучить все. Этого можно перепрыгивать смело. А, подожди, вот здесь вот, вот этого, по-моему, костюмчика у нас нету, да? Ну, лисичку мы сейчас с вами быстренько убьем. Если убьем. Вот этот костюм нам нужен. У него там ножик, да, в зубах. Так, ладно, я перепрыгну. Я не буду, не хочу тратить время, чтобы с ним драться. Мне вот это нравится. Чувак, да, видимо, слишком голодный или слишком злой. Три куска мяса забрал и бежит с ними довольный. Так, нам нужно с вами вот сюда, наверх. Отлично. Открываем ворота. Забираем этих рыбок. Нам... Так, здесь мы перепрыгиваем, потому что ниндзя у нас... С вами полностью, как говорится, найден костюм, да, на него? А вот с этими нужно подраться, подраться. Так, давай используем навык. Во, отлично. Телепорт. Тыш, упал. Да что ж ты будешь делать? У нас опять, друзья мои, одного из котиков подбили. Ну, да что ж такое? А, выпал, друзья мои, выпал нам костюм. Причем полностью. Вот надо, нужно нам еще Фредди Крюгера достать. Костюм, вот что я тебе хочу сказать. Ну, ты будешь критовать сегодня или нет? Или ничего не будешь делать? Мы должны выиграть, друзья мои. Не имеем права, не имеем права, говорю, проиграть. Все, и этот костюм у нас тоже полностью. Вот насчет вот этого только не знаю. Слушай, мы не сможем подбить. Ай, друзья, опять же сплоховали. Смотрите, может вам поискать грибочек? Говорит Фокзер. Ничего себе, он довольный такой. Смотрите, по-моему, все, что нужно, мы нашли или нет. Это нам нужно идти куда? Естественно, в нашу гардеробную и смотреть. Ковбой полностью, Фредди полностью, это тоже полностью. Слушай, а Фредди-то крут. Давай-ка я вот сюда его, наверное, поставлю. Фредерик. А может быть есть... Вот, это вообще имба, смотри. Этот имбовый. Давай-ка мы вот сюда его. Пускай он издали бомбит. Так. Этот неплох как танк. Поэтому ставим сюда. С рогаткой, да? С рогаточкой. Ага, вот нам что не хватает. Нам не хватает здесь майки. Нам не хватает майки. И в принципе здесь полностью фулл сет. Угу. Значит, нам нужно вот ради этого персонажа возвращаться еще раз туда и... Продолжать дальше бомбить. И, кстати, я хочу поменять скиллы, в конце концов. Что это за бред у нас? Особенно вот этот вот телепорт. Он мне не нравится. Я хочу поставить бонус, например, к силе атаки. Вот так вот. И здесь, здесь нам не нужен вот этот скилл. Возьмем сердечко. Вот. Вот это я понимаю. Вот это будет, на самом деле, крутенько. Ну что, погнали. Нам нужен костюм. Костюм именно вот этой вот ниндзи, да? Тут мы с вами перепрыгиваем. Здесь у нас все, да, полностью, по-моему, собрато. Я вот не помню.
Почему-то я вот не помню вот по поводу вот этих костюмов. Ладно, давайте подеремся по баринкам с ними. Ух ты, вот это да, вот это Фредди наяривает, смотри. Вау. Ну, ниндзя, молодец. Круто бомбит. Так, ну вот эти вот точно у нас открыты. Эти у нас точно с вами открыты, это я уже понял. Эй! Твою же маковку взял и не успел, друзья, подпрыгнуть. Но заодно и посмотрим, что же мы с вами все-таки не получили. Смотрите внимательно. Тут все, да? Тут абсолютно все. Этот полностью, да, только лишь нужна нам майка. Переигрываем. Переигрываем этот уровень. Я все равно сделаю так, чтобы у нас была корона. Эть, мои маленькие отважные котята, вперед. Тут перепрыгиваем, тут тоже перепрыгиваем. Тут назад. Берем с вами ключик. Открываем ворота. Упс. Такая армия у нас. Армия трясогузок. Так, эти нам не нужны. Так, ой, подожди, подожди, зачем же? Зачем же я так сделал? Я рано прыгнул и ударился, друзья мои. Сейчас мы вот... Вот тут вот. Отличненько. Так, все. Тут главное не упасть. Шикарно. Эти нам не нужны, а вот эти вот, да, нам как раз нужны. Дай, пожалуйста, мне костюм. Отдай мне свою майку, елки-палки. Не выеживайся. О, классно. Ну-ну-ну-ну-ну. Ать. Есть. Все, друзья мои. Full set мы с вами зарабатываем. Я не хочу с этими драться. Они мне не нужны. И мы спокойненько с вами проходим этот уровень с золотой короночкой. Вот так вот. Разве я не прав? Прав. Так, смотрим здесь. Ух ты, а здесь-то посмотри, а. Здесь очень много классных костюмов. Кстати, нам нужно 2 скилла. Вот этот скилл у нас не прокачан, у нас его даже нету. А как же я его получу тогда? Ладно, давай поставим, наверное, вот этот вот разрушительный кулак с тобой. Разрушительный кулак, кстати, давай посмотрим, что этот костюм дает. А, вот, все, я теперь понял, теперь у нас этот скилл есть, он у нас готов. Так, знаешь, что я тебе хочу сказать? Нам нужно для танков выставлять скорость. Мало того, что у них хп, но им нужно еще очень много скорости, чтобы они быстрее атаковали. Вот, что я еще подметил. Значит так, разрушительный кулак нам нужен, да? Давай-ка мы его, наверное, вот сюда поставим. Разрушительный кулак и... Неуязвимость, вот это вот. Поставим, наверное, вот сюда. Ну что, друзья, я, наверное, готов. Но еще зайдем на тренировку и маленечко потренируем наших котят. Слушай, что-то как-то они слабенько тренируются. А ну-ка. Так, тебе нужна скорость. Тебе здоровье, вот. Ну что, погнали на 4 уровень. У нас здесь все сундуки еще закрыты. Ух, прикольно, поехали. Давай-ка начнем с этих ребят. Ну, здоровье у них приличное, приличное, ничего не могу сказать. Но мы их быстренько сейчас разберем. Минус один. Так, полностью что ли собрали костюм? Вот это да, быстро. Дай-ка мне вот так вот сделать. Тут мы уничтожаем. Так, следующий охламон. Такой пучеглазик, напоминает мне чем-то этого миньона. Давай-давай-давай, Фредди. Вот Фредди и ниндзя должны быть как раз вот скоростными, чтобы не давать наших дальников атаковать. Так, у нас же скиллы еще есть, я совсем про них забыл. Господи. Совсем забыл, вспомнил, когда уже потерял двух бойцов. Ну как это, а, друзья? Ну как так может быть? Ну давай этого лисенка, господи, пучеглазого-то забомбим. Сколько у него там? 38 хп всего лишь. Вот, хотя бы так. Откроем сундучок, нам выпадают деньги. Что? Вот ты понял, в чем прикол? Нам, оказывается, нужен будет еще один скилл. И я думаю, что ты понял, какой нам нужен, да? Сейчас я тебе объясню. Нам нужен вот этот вот. Для чего? Для того, чтобы мы могли открыть особые сундуки. Так, у нас новый костюм. Фуловский, да? И мы можем его... Никуда я не хочу ставить, потому что он слабый. И этот костюм тоже слабый. Угу. Но тут еще очень много чего нам нужно искать, поэтому, я думаю, нам пора отправляться в долгое путешествие. Да, действительно, друзья, вы правы, что в этой игре мы, наверное, зависим на очень и очень долго, потому что, ну, все костюмы собрать, это не так уж и простенько. Так, разрушаем.
Вот здесь нужно все выбить из них. Этот скейт. Давай пробовать. Ух ты. Вот это скилл был сейчас. Вот это было имбовенько на самом деле. Так, подхильчик. Ну что ты. Ну почему же вы так бы... Так, полностью костюм один у нас есть. Так, тут не хватает шляпы, да, у нас? Смотри, как мы издалека этого лисенка бомбим. Ну, дамаг маленький, понимаешь? Маленький дамаг. Нам бы вот где-нибудь под 60. Да что ж такое-то, мы его пробьем. Да, одно хп осталось, и мы его добили. Так, здесь мы собираем сундук этот. Совсем забыл про эту ловушку. В плане. Подожди, друзья, подожди-ка, а почему я ему... А, я открыл, ну там, видимо, мне сказали, шиш тебе, да? Ничего тебе не достанется, парень. Отдохни. Ладно, давай тогда посмотрим, что у нас здесь. Нужные навыки. Блин, друзья, ну если я сюда пойду, меня же здесь распишут по полной программе. Мне же нужно проходить в любом случае вот этот вот. Так, давай-ка посмотрим по костюмам, что у нас тут новенького. Не шишарики, да? Абсолютно ни шиша нового у нас нету. Хм. Ну как же мне укрепиться, а? Как же мне укрепиться? Я очень сильно хочу быть сильным. Я хочу... Погоди-ка. А, ну все, он так и должен быть. Я думаю, где у него шляпа? У него и не должно быть. Угу. Так, вот мне нужно... Вот, кстати, смотри, вот этот вот... Будет покруче, чем Фредди, но атака минус 2 и скорость минус 5. То есть он медленный. А медленные нам не нужны. Хм, нет такого имбового костюма на самом деле. Ладно, оставляем пока все так, как есть. И мы дальше с вами должны... Мы должны здесь пройти. Вот этих вот голубчиков мы должны разнести. Дай-ка я зайду в тренировку. Может быть, у нас есть... Да, есть маленечко. Так, давай-ка мы, наверное, скорость... Поставим на наших танкулях. Здесь здоровье прибавим. А вот здесь, по идее, надо бы атаку. Прокачивать атаку дальникам. Потому что, друзья, чтобы они быстрее, ну, стреляли или там бомбили. Кот такой: эй, злой, давай, тренируйтесь, ребятулечки, тренируйтесь. Да мы тренируемся, мы пытаемся. Ладно, погнали. Чего ж тут, как говорится, греха таить, нужно бомбить. Ать. А слушай, давай-ка я вот так вот сделаю. Так. Ага. Пошли поверху. Что такое? Ну, понятно. Тут как... Эть! Давай нахлобучим их. Надеюсь, получится. И вон там, кстати, сундучок, который мне и нужен будет. Так, а сверху опять же костюм на Лару Крофт. Я зол как черт, я больше не собираюсь это терпеть. Это говорит король лис. Угу. Не будет он терпеть. Отдубасили сундук. О, друзья, что это за статуэточка у нас какая-то тут новая. Давай вот этого тоже попробуем порвать. 409 хп, ты представляешь, 409 хп. Ну, слушай, мы его, наверное, сможем подбить. Мы постараемся сейчас. Слушай, у него, по-моему, инициатива быстрее, да? Он быстрее бомбит, чем я. Но все равно я его распишу. Правда, мы кого-то потеряем с вами, да? Нет, все четенько, все хорошо у нас вышло. Слушай, мне нравится. Мне нравится эта игра. Она, да, много повторений здесь, но какая-то новая стратегия все-таки есть в этом свой шарм. Так, давай улучшаем. Здесь бег, здесь здоровье, здесь ничего. Слушай, а где нам рыбок-то стать? Давай-ка, наверное, мы пойдем и покрутим рулетку. У нас деньги есть? О-о-о-о! У нас не то, что деньги есть, у нас денег просто завались. Я пойду вот сюда. И хочу посмотреть, что такое вот сила умений 20%. Сила умений. Постоянное лечение 5. А, сила 5, да? Сила 2. Сила умений 14%. Дополнительное умение 1. Урон против боссов 10%. Вот, урон против боссов 20%. Хм. Постоянное лечение. 10 минут, друзья, будет. Давай я куплю, наверное, да, все-таки? 120. Я куплю, с вашего, друзья, позволения. У нас этот навык будет активироваться, да, во время боя. И хотел я использовать рулеточку. Опять же, с вашего позволения. Изи! 73 рыбки, это не дурно, на самом деле. Дальше нам... Опа!
73 опять? А ну-ка. Вау, монетки 10 голды. Хорошо. Еще монетка 10. Друзья, нам не выпадало еще ни разу вот щит с мечом, да? Или вот щит, меч и рубашка. Так, монетки двойные, 15. Что-то как-то я в убыток себе кручу рулетку. Шляпа. Ух ты. То есть это как бы, я понял. Мы получаем с вами один аксессуар, да? А когда будет, наверное, вот тут два, да? Слушай, ну неплохо, я считаю. Ладно, друзья мои, поехали быстренько с вами в бой. Быстренько с вами в бой. Будем активно использовать навыки. Правда, тут как-то надо знать, когда это все активировать, если честно. Так, пойдем мы с вами наверх. Внизу, по-моему, у нас полностью, да, вот этот сет собран? По-моему, полностью. Тут еще надо запоминать это все. Просто так на храпчиком не получится. Что там? Вы еще не знаете, насколько я силен? Слушай, он меня отвлек, друзья, он меня отвлек так нечестно. Подлез, блин. Не вовремя. Вот так вот. Опа. Они тоже не дурачки, они тоже используют, друзья мои, скиллы. Я их прекрасно понимаю, так и надо. Сет собрат у нас полностью. Одного героя мы с вами потеряли. Второго потеряли. Да. Какой пучеглазый, а какой крепкий. Ну. А почему я не могу? Я только один раз, что ли, могу использовать скилл? Так, ой-ой-ой-ой. Да, друзья, с этим, наверное, мы не справимся уже. Неуязвимость, время действия 5 секунд. Так, а это у нас что? Это лечение, по-моему, да, у нас идет. Скилл я могу применять только лишь один раз, да? И это очень важно. Так, по-моему, мы сдуемся. Он быстрее выстрелит. Мы друг друга подбили. И... Эй, друзья, по-моему, игра под это не была готова, да? Что мы друг друга убьем. А что же мне теперь делать-то? Эй! Да ну, хорош, она еще, по-моему, и глюканула. Я ничего не могу здесь нажать. Ладно, друзья, с вашего позволения я перезайду и, конечно же, продолжим. Вот, я, как говорится, обновил. И мы продолжаем опять же. Так, ну что, давай с этими хламонами опять разберемся. Так, скилл. Надо все, как говорится, разумно здесь делать. Ну, вот так вот. Как хорошо. Так, там у нас еще и пучеглазый, по-моему, да, остался? Пучеглазый, ну конечно же. Как же вот пучеглазый всегда кого-нибудь подобьет. И Фредди наш почему-то какой-то слишком ватный оказался. Ладно, хорошо, фиг с ним, подбили мы здесь. Это, кстати, мне герой, знаете, кого напоминает? Помните этот? Cat Quest игра. Вот что-то есть, да, схоженькое такое. Так. Пи-пи-пи. Подобьем или нет? Слушай, наверное, подобьем. Мы по два выстрела сейчас сделаем, да? И он на следующий ход. Да, он погибает. Все, сет собрали. Так, ну что, теперь остается нам посмотреть, что мы с вами добыли и чего нам еще надо добыть. Идем в гардероб. Ух ты! Слушай-ка, вот этот вот у нас хороший. Знаешь, куда я его, наверное, поставлю? Вместо Фредди. Нет, 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 не вместо Фредди. Вот сюда вот я его поставлю. Киберкоп. С ведром с таким. Киберкоп, это хорошо. Так, здесь что у нас? Здесь, кстати, пойдет, наверное, вместо... Вместо кого он пойдет-то у меня? Вместо Фредерика. Вот так вот. Ага, пучеглазик. Пучеглазик. Кстати, пучеглазика лучше, наверное, поставить вместо Кика. Вот сюда. Так, а ты что у нас тут? Во! То, что нужно, ребятулечки, смотрите. Я его могу установить вот сюда. Хуман. Так, это у нас два танка впереди. Даже три танка и один киберкоп. Ну что, погнали? Так, давай-ка посмотрим, что нам здесь остается собрать. Это вообще-то смотрится не здесь. Да закройся ты, господи. А вот здесь. Даже не здесь, друзья мои. Погоди-ка, где это надо... Вот.
Смотрите, что у нас? Не хватает, наверное... Нет, ну Лара, по-моему, полностью. Ладно, я, в общем, буду валить, наверное, всех. Хотя, скорее всего... Так, вот здесь вот собрано все у нас, да? Я помню, что собрали мы здесь. Так, здесь пробиваем. Так, ай! Ай-яй-яй! Котята, сдавайтесь! Ну, вот уж дудки. Котики не сдаются. Верно, друзья мои? Давай вот так вот. Ух, как мы их хорошо сейчас ветерком-то поддули, а? Ну, давай. Нет, все равно хоть одного, но потеряем. Ну, что ж ты будешь делать, а? Киберкоп у нас полностью открыт. Котенок отдуплился. Погоди, а в чем же тогда прикол? В чем суть? Кого нам не хватает? Нам не хватает с вами совсем чуть-чуть. И я не могу понять, кого. Все, нам не хватает бородача и не хватает вот этого, да? Бородач и камуфляжка. Ну что же, погнали за бородачом и камуфляжкой. А где они? Они у нас где-то там наверху, по-моему, находятся, да? Они где-то наверху. Я ведь помню. Так, рыбки. Конечно же, рыбок нужно нам собирать. Ай, все время про эту ловушку забываю. Эть, ну хотел я через них перепрыгнуть, но, как видите, у меня не получилось. Так, а как мы быстро с вами разобрались. Погоди секунду, а где камуфляжка? Не понял я юмора, погоди секунду. Я их что, пробежал просто-напросто вот так вот поверху? Еще разок. Меня не устраивает такой расклад, друзья. Что ты делаешь? Ну куда ты опять побежал-то в обратную сторону? Давай вот... А, там дерево! Тут же просто дерево, я его... Точнее, видел, но... Так, где у нас камуфляжка? Камуфляжка наверху! Секунду, друзья, а как мне к нему попасть? Я должен там перепрыгнуть, да, пойти сюда. В общем, вот этих вот двоих мне если подбить, то все будет хорошо. У нас сразу с вами будут два костюма, которых нам не хватает. Постараемся с вами это сделать. Надеюсь, у нас получится. Так, смотри-ка, как идеально мы с вами прошли-то здесь, а? Да. Просто взяли на шипик, попали и котика нашего одного подбили. Вот этот пчеглазик меня просто удивляет. Он прикольно смотрится. Ладно, давай дальше переиграем. Я все равно золотую корону получу. Не забывай, да понял я про твои тренировки. Ты уже меня утомил, если честно. Вот здесь вот нужно перепрыгивать. Да ё-моё, ну 33 раза на одну эту же ошибку кликаю. Вот здесь вот надо перепрыгивать. Секунду, погоди-ка. Постой, а что я должен сделать? Вот здесь я должен перепрыгнуть. Здесь у меня не получится. Ага, все. Я, кажется, врубился. Погоди-ка, а мы же здесь сейчас пройдем просто-напросто по прямой. Мне нужно провалиться будет. И я провалился. Ну, вот они и родные мои котики, которых... Ой, лисички, которых я должен здесь, естественно, забомбить, чтобы получить костюм. Мне не хватает от каждого по одному. От этого рубашку, а от этого, по-моему, бороды. Фул, отлично. Друзья, ну что я могу... Да что тебя, все равно котенок у меня один. Да ладно, вот... Я могу сказать тебе одно, что мы с вами получили по фулл сету, да, и мы сразу же пойдем на следующий уровень. А здесь у нас золотая корона, да. Так, не забывайте про тренировки. Слушай, нам надо с вами как-то с боссом подраться. Угу. Как бы нам это с вами замутить, а? И причем замутить так хорошо, чтобы мы его сразу могли подбить. Давай зайдем сюда в кулинарийку. Посмотрим, у нас с вами сколько денежек. 48 голды. Да, мне даже постоянное лечение. Ладно, давай возьмем постоянное лечение. Все. Не знаю, сможем ли мы сейчас с вами подбить этого босса. Ну, попытаться можно. Так, я, кстати, не посмотрел новые костюмы, которые у меня появились. Какие они дают мне параметры? Ладно, фиг с ним. Главное накумарить его. Попытаться, по крайней мере, этого. Я не знаю, дракона лиса, Фокзера. Туф-туф-туф. Набамбливаем, друзья мои.
Ай-яй-яй. Как же он мощно бомбанул. Так, тихо. У нас почему-то у всех одинаковая абсолютно атака. По 45. Почему мы не можем атаковать побольше? Не могу понять вот этого вот юмора. М-м-м. Не вариант, друзья мои, не вариант. Потому что, ну, смотри, что он творит, а. Мы у него отняли половину здоровья. Но у меня осталось всего два героя, у которых 60-75 хп. А как они хотят, чтобы я здесь вообще все это дело проходил? Как его пройти? Это же невозможно. Ваши старания бесполезны. Да пошел ты, знаешь куда, король лисов. Я вот сюда отправляюсь. Я отправляюсь сюда. Для этого мне нужно получить вот лапку. Для этого мне нужно получить лапку. И, естественно, мне придется заменить определенный скилл на лапку. И я думаю, что это будет вот так вот. Да? Да, друзья мои. Ну что, поехали. Пятый этап, надеюсь, сможем пройти, опять же, на золотую корону. Так. Ну, давай начнем с этих, с первых, потому что этих костюмов у нас, конечно же, нету. А ну-ка, упс. Отлично. Раз, два. Крепкие, малые, ты смотри, а. Так, ну что, заработали маленечко, да, с вами костюмчиков. Так, тут мы с вами перепрыгиваем, идем. Так, вот этих тоже нету. Это вроде бы тоже как бы из Наруто, да? Знакомые людишки. Что сделал мне там? Лесенки учудил. Так, тут пол костюмчика тоже получили. И здесь тоже. Идем дальше. Ох, внизу вот этот прикольный, да, терминатор где? Я хочу получить этот костюм. Вот этот вот. Так, здесь получили тоже оружие от костюма. Ну, здесь еще хорошо, что у нас... Ох, а еще сколько нужно найти. Хм. Ладно, мне это нравится, мне это забавляет. Поехали. Поехали, опять же начинаем с них. Потому что мне нужно их полностью уничтожить для того, чтобы получить себе сет. Так, по-моему, фулка, да? Или чего-то не хватает? По-моему, все, это, по-моему, у нас Аладдин. Слушай, я упаду здесь? Нет, я не упаду. Хе-хе, я иду. Это мы разрушаем. И бомбим. Так, это у нас Нео. По крайней мере, он очень похож на него. Так, давай использовать подхил. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, не расслабляйся. Что он там бомбит? Какой-то штука. Это Гарри Поттер, что ли, у нас? Точно, по-моему, это он. В очках с палочкой. Так, ну... А вот этих сможем? Ой-ой-ой-ой, 400... Ничего себе, он бомбанул! Просто взял и вынес мне котенка. Ну, хоть кого-нибудь-то сможем подбить? Киберкоп, давай. Ой, блин. Я жду, когда моя дочка вернется. Да, король, я постараюсь ее вернуть тебе как можно быстрее. У нас костюмчик новый хоть появился? Есть, один все-таки появился. Ух ты! И я его поставлю вместо Тэтчера. Вот сюда. Так, а тут у нас что? Ну, тут слабенько все, да? Тут слабенько. Ну, так, это у нас... Ну, стопудово это Аладдин. 100%. А это, по-моему, из Тора, да? Из фильма. Герой. Так, ладно, нам еще тут нужно всех практически бомбить, кроме вот этой с прической и Нео. Ну, что же... Что же мы с вами стоим и смотрим? Конечно же, в бой, вперед, на танки. А как ни крути, вот этих все равно придется бомбить, потому что вот от этого нам нужен костюм. А почему он с чайником? Это типа лампа Аладдина, что ли, или что? С чайником он стоит мне здесь. Воу, Нео крут. Так, неплохо бомбит. Вот, фулл сет у нас есть, отлично. Двигаемся дальше. Так, сверху нам тоже вот этих вот охламонов. А, тут, по-моему, у нас не хватает от Гарри Поттера, да, что-то? Да, по-моему, от Гарри Поттера нам чего-то не хватает. Так, хорошечно. Минусанули мы с вами одного. Вот эта компания, конечно, очень сильна. Хиляемся, наверное, да, с вами? Эта компания очень сильна. Причем он сразу выносит просто вот этот терминатор бомбит. Пиш, минус один. Сразу с лету просто-напросто. Минус второй, и у меня... В конце остается киберкоп. Мой лазер сожгет ваши усы. Фокс Зила. Да как же ты... Вы слишком слабы для меня. Да это понятно, что мы слишком слабы для тебя. Ты слишком крутой для нас. Вот, Гарри Поттер у нас полностью собрат.
И я могу... А что я могу с ним сделать? Оу, я могу с ним сделать, знаешь что? Вот сюда его поставить, вместо миньона. Так, ну что, Гарри Поттер у нас стоит. Здесь у нас получается что? Нифига не получается, потому что он слабый. Нет, мы можем его поставить, у него ХП будет больше, да? Но атака и скорость уменьшается. Мне как-то это не заходит, если честно. Слушайте, друзья, можно как-то... Или вот можно тут менять? Можно комбинировать? Вот, например, у этого мне нравится что? Наверное, рубашка, да, дает здоровье или нет? Ну-ка. О, 327. Понял, я просто поменял рубашку. А если... Во. Понял, можно комбинировать самому. Так, это круто, на самом деле, если вот так вот можно делать. Ну-ка, что у нас от Гарри Поттера? От Гарри Поттера у нас... Шляпа. Ну-ка. Ага. А здесь что-нибудь подойдет? Ничего не подходит. А от предыдущих можно что-нибудь такого хорошенького урвать? Левел ап. Вот, смотри, например, ХП. Ну-ка попробуем. Нет, ХП, конечно, прибавляется, да, но... И шляпу. Совет циклон. Так, у нас еще вот эту есть. Совет циклон, да? Я даже не знаю. Друзья, наверное, вот так вот мы и оставим пока, да? Все, пора в атаку идти. Пора идти в атаку. Я получу здесь, интересно, этого киборга или нет? Вот этого вот. Он сильный, согласись, он так вжаривает. И наверх. Нам как-то нужно попасть наверх, вот сюда вот. Там, по-моему, тоже какие-то новые герои. Так, здесь нам не нужен никто. Мы уже с ними подрались, хватит. Так, давай посмотрим, что у нас тут наверху. Так, вот эти вот гитарист и друг Наруто. Сейчас попробуем их раскумарить. Я вот не помню, у нас костюмы с вами. Вот, фулл костюмчик мы получили, фулл сет. А здесь только лишь парик получили. Так, Тор. Давай мы его тоже, наверное, разберем. Попробуем сейчас его накумарить. Опс, отлично. Так, шлем получили, остается лишь только курточку нам добыть. Слушай, а если я заново... Ну-ка давай заново. С этим я даже не буду сталкиваться. Мне они не интересны. Вот интересно только рыбок мне подловить. Так, здесь... А, нам не хватает гитары, да? Мы получили только парик. Значит, нам нужна еще гитара и курточка. Фулл сет, отлично. С этими ребятами можно уже не драться. Так, ну что, давай с тобой попробуем разобраться. Нам нужно тебя... Оу, фулл сет. Ну что же, остается только лишь разобраться с ребятами, которые у нас находятся внизу. А там это Терминатор, да? И все остальное прочее. Самые такие имбовые чуваки. Так, Гарри Поттер... Ты нам здесь не нужен. А, я хотел перепрыгнуть, друзья. Я хотел перепрыгнуть. Не получилось, к сожалению. На-ка, получи, выкуси. Так. Ну что, мы тут должны захумарить их. Минус. Потный, хорош выделываться. Ну. Так, минус потный. И хильнемся. Да куда ты прыгнул, господи? Я же... Хиляться можно было только во время боя. А я взял, нажал сюда, и у меня сработал прыжок. Вот я... Ой, Квазимода. Давай заново, господи, что ты в самом-то деле. Так, перепрыгиваем. Будем аккуратно с вами тут действовать. Без лишних, как говорится, драк и соплей. Я, главное... Опа, хорошечно. Погнали, друзья, вот она. Вот он момент истины, где мы должны с вами показать, на что мы способны. Так, хиляемся, конечно же. Без подхила здесь делать нечего. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, у них здоровья мало? Есть. Так, ну... О, дробовик добыли. Так, все равно они у нас уничтожают, да посмотри, а? Да как так-то? Давай. Ну что, друзья, распашонку получили, но... еще надо, наверное, заходочки две сделать. Еще заходочки две, поехали. Ну, по крайней мере, я уже с ними
довольно легко расправляюсь, и все у нас это довольно быстро получается. Вы сами прекрасно видите, давайте поверху пойдем, потому что здесь больше рыбок. Так, тут перепрыгиваем аккуратненько, да? И в бой. Давай-ка вот так вот сделаем. Дальше супер удар. Нахлобучка. Ага, у нас еще есть, друзья мои, отхил. Подхиливаемся. Ну, так, прическу добыли. Зачем мне прическа? Ну, он последний там, да? И тут тоже прическу. Хорошо, нам нужно теперь глянуть, что нам не хватает до сета. Давай-ка сюда перейдем и глянем. Так, это у нас новички. Созревшие. Созревшие новички. Так, тут что-нибудь есть такого прекрасного, хорошего, чтобы нам пригодилось? Ничегошеньки абсолютно, да, нету. Значит, смотри, что нам нужно. Здесь нам нужен рубашка. Здесь тоже рубашка, и здесь оружие. То есть, ну, как минимум еще одна заходка. Но я должен потренироваться. Должен потренироваться, друзья мои. Так, ты у меня кто? Ладно, фиг с ним, давай тоже на ХП. Тебе на атаку. Тебе на атаку. Вот так вот. Поехали. Совсем чуть-чуть нам не хватает. Совсем чуть-чуть. Мне этот бородач нравится. Опа, нормулька. Забираем все эти рыбки. Так-так-так-так-так-так-так. Все это забираем, съедаем. Перепрыгиваем. И очередная махача у нас. А ну-ка, вжарим. Не то сделал я. Вот, вот так вот надо было. Ну-ну-ну-ну. Тыч. Неплохо так накумарил. Так, а как у нас хил? Фулка или нет, друзья мои? По-моему, фул сет. Один мы с вами выбили только что. У нас два героя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, терминатор у нас полностью. И здесь вроде бы тоже полностью. Так, сейчас посмотрим. По-моему, мы получили все, что хотели. Верно? Да, друзья, верно. Давайте, порадуйте меня. Я тебя порадую сейчас. Сейчас я так порадую. Скорость. Давай скорость сделаем. Здесь. Так, это у нас, по-моему, тоже танкуля, потом ХП, а здесь... Ну, на ХП, на что хватило, то и улучшили. То и увеличили. Так. Вот, вот этот костюм прекрасен. Это у нас какой-то Флинстоун. Его я ставить никуда не хочу. А вот этого вот можно влепить. Кстати, влепить его надо нам вместо киберкопа, потому что у него 9 к ХП идет. Вот так вот, да? Вроде бы все правильно. Так, а что у нас вот здесь вот? Ага. Очень хорош. Так, а вот если я просто возьму шляпу. Вот смотрите, друзья мои, да. Вот если мы сюда поменяем, например, шапку. Вот я убираю ее. Вот сюда вот ставлю. А? Нормуль. Дробаш. Нет, не буду я менять. Ух ты. Это кто еще такой у меня? За новичок. Больше рыб. Больше рыб, да? Х2. Слушай, было бы, конечно, прикольно его взять, но он такой никчемненький. Зато больше рыб. Так, ну что, друзья, давайте, наверное, еще одну заходочку сделаем на 6-й миссии. Да? Ух ты, тут тоже очень много хороших, классных костюмов. Криминальное чтиво, да? Ганнибал Лектерн. Ой, я, кстати, не посмотрел, какие нам нужны были навыки здесь. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, пикс, поехали. Нахлобучка. Нахлобучка, я говорю. Вот так вот, шик и блеск. Так, полностью сет получили мы с вами. Тут, по-моему, тоже полностью сет. Это уже меня радует, друзья мои. Это уже меня радует. Переключаем. Я не знаю, что мы там переключили, куда мы с вами идем. Пошли поверху прогуляемся. Так, Фокс. Давай-ка ее, наверное, быстренько нахлобучим, попробуем. А получится ли у нас? Да получится, в принципе-то, что там ей? Опа. Так, мы только лук получили один. Вот это что такое, друзья мои? Что это за тотем, который вокруг меня тут летает? Вау, с этими мы еще не сталкивались. Настало время, да? Опс, мне нравится, как он подбегает такой по этим, по лесенкам и вжаривает. Ну, минус один.
по-моему, full set. А здесь только рубашку получили. Ай-яй-яй, не доглядел. Шипики эти... Да чтоб тебя! Угу. Там внизу у нас чувачок из криминального чтива стоит. Слушай, ну, очень мало мы с вами получили-то всего лишь-то, ничего. То есть нам еще проходить и проходить. Вперед с песней, понятное дело, вперед с песней. Я думаю, что монетки все-таки сюда тратить это бесполезно. Лучше тратить их на бафы. Да? Лучше на бафы. Давай так вот, наверное, сделаем. Так, ты у нас... Может быть, нам все-таки взять того чувачка, который дает нам больше рыб? Потому что рыбок действительно уже не хватает. Катастрофически просто-напросто. Ух ты! Так, новичок у нас созрел. Тут тоже. Угу. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Я, главное, чтобы не сильно вас утомил одними и теми же прохождениями уровней. Ну а по-другому здесь никак, понимаете? Ну что же, будем закругляться и до новых скорых видосиков.